Второй день недели российского ритейла мы разговариваем с нашими гостями. Екатерина, скажите, что вы тут делаете, какие цели преследуете, какие ожидания у вас в целом от недели российского ритейла? Добрый день. Вообще очень интересно здесь. Интересные представители. Я присутствовала в феврале на Food Expo, также от того же самого организатора. Цель найти, ну не то что найти, да, предложить свои услуги клиентам. Представляю я аутсорсинговый контакт-центр Next Contact. Мы занимаемся обработкой различных обращений. Это и телефонные обращения, и неголосовые каналы, Viber, WhatsApp, Telegram и так далее. Собственно, работаем со многими ритейлерами, интернет-магазинами. Ну и на данный момент можно сказать, что далеко шагнули вперед, поэтому могли бы предложить интересные решения для ритейла. Вы уже погуляли по выставке, с кем-то, наверное, уже познакомились. Есть ли среди той аудитории, которая здесь находится, люди, ваши будущие контрагенты, клиенты, партнеры? Надеюсь, что есть, но я не так много еще погуляла по выставке, практически только пришла, но надеюсь, что найду здесь соратников. Пожелаем удачи и не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.